Немного запоздало, но все-таки. О Франции! Укусил меня Высоцкий. И приснился ночью мне. Говорит, бери-ка ручку. Вася говорит, пиши. Думал, так не бывает, как без рельсов трамваев, но этот факт умиляет миллионы сердец при такой нежной ноте на таком повороте. И это как повороте, это полный певец, мы поем ему гимны, он у нас позитивный, он же гостеприимный, этот наш президент. Это ж надо так быстро иностранным артистам просто дарит, простите, непростой документ. А вот был случай со мною, ждал посылку с едою, и за мной пред страною косяков вроде нет, но как будто нарочно. Я полгода жил на почте, и это при том, что я на родине. А тут, прикиньте, французу прям открыли все лузы. Нет бы шел бы он юзом, аревуар бы, адьё. Нет, тут своих прижимают, нет прописки, ругают. А паспорта получает всякое депардье. Да хороший актер он, я же с этим не спорю. Попадет он в историю, как пить дать попадет. И мы, поддавшись чарам, давай сюда рить будем даром. И делиться с Жераром всем, чем Бог не пошлет. Может, скинемся дружно на квартиру, ему нужно. Ведь с нуля же все ему же начинать нужно тут. Не отбился бы от рук он. Вот у нас театр кукол, там с актерами туго. Его, пожалуй, возьмут, хотя на первых порах-то он водить мог бы трактор. Он вообще как наш, так-то. И насастый, плечистый, я вот думаю, братцы, через эти все танцы, а меня возьмут во Францию? Я же тоже артист.